привет! С вами Екатерина, и я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я для вас подготовила обзор своей дизайнерской посылки от индийской компании Mudra Craft Stamps. Это молодая компания, основанная в 2016 году. На данный момент они предлагают 90 разных дизайнов штампов, и каждый месяц это число увеличивается. Сами штампы немного отличаются от производимых в Америке и странах Европы. Мне очень понравилась их упаковка в пластиковых карманах, а также качество печати на прозрачной пленке, так как на руках не остается следов от чернил. Штампы несколько плотнее от привычных нам, но полимер мутнее, хотя на процесс штампинга это никак не влияет. А теперь я вам предлагаю потестить данные штампы и создать с ними открытку. Для начала я с помощью позиционера штампов и чернил для эмбоссинга делаю фон, после чего засыпаю всю пудрой для эмбоссинга от фабрики Декора цвет «Голубая лакуна» и запекаю с помощью специального фена. Далее с помощью ножа с перфорацией вырезаю на машинке прямоугольник. Чтобы фон был еще интереснее, я его тонирую дистресс чернилами от края к центру, и при этом сам центр оставляю белым. Чернила
Черными чернилами я оштамповала слово «Happy» и вырезала. На черном картоне сделала эмбоссинг белой пудрой надписи «You make me». Приклеила все надписи по центру открытки и добавила пару пайеток. Вот такая открытка у меня вышла. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр!